такие минуты родятся особенно чистые, легкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то, ласкают ее, тревожат. И тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь. Тут создается ее лицо. Эти искры от горящего сердца танка. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем. И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это. Тоже старая сказка. Старая, все старое. Видишь ты, сколько в старине всего. А теперь вот нет ничего такого. Ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину. Почему? Ну-ка, скажи. Не скажешь. Что ты знаешь? Что вы все знаете, молодые? Смотрели бы в старину зорко, там все отгадки найдутся. А вот вы не смотрите и не умеете жить от того. Я не вижу разве жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза. И вижу я, что не живут люди, а все примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют себя сами, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут судьба? Каждый сам себе судьба. Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет. Где же они? И красавцев становится все меньше. Как я живу? Хорошо. Знаете, я просыпаюсь утром, и если день ясный, мне становится сразу ужасно весело. Точно мне подарили что-то дорогое, красивое, такое, что я давно хотела иметь. Бегу купаться, у нас река на ключах, вода холодная и щиплет тело. Есть очень глубокие места. И я туда, прямо с берега, вниз головой, бух, так все и обожжет. Летишь в воду, как в пропасть, и в голове шумит. Выныриваешь, вырываешься из воды, солнце смотрит на тебя и смеется. Потом иду лесом домой, наберу цветов, надышусь лесным воздухом до пьяна. Приду, чай готов, пью чай. А передо мной стоят цветы, и солнце на меня смотрит. Ах, если бы вы знали, как я люблю солнце. Потом наступает день, и начинаются хлопоты по хозяйству. Все меня любят, сразу понимают, слушаются. И все кружится колесом вплоть до вечера. Потом солнце заходит, луна, звезды являются. Да чего все так хорошо и как ново все? Вы понимаете? Я не умею понятно сказать, почему так хорошо жить. Но, может быть, вы чувствуете это и сами, да? Ведь вам понятно, почему жизнь такая хорошая, интересная? Максим Горький. Сказки об Италии. Поклонимся женщине. Она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса, который был умерщвлен злыми, но, как сказал шериф Эдин, он еще воскреснет и придет судить живых и мертвых. В Дамаске это будет, в Дамаске. Поклонимся той, которая неутомимо родит нам великих. Аристотель, сын ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом. Искандер и слепой Гомер – это все ее дети. Все они пили ее молоко, и каждого она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана. Вся гордость мира от матерей. И вот задумался старый разрушитель городов, хромой тигр Тимур Гурган, и долго молчал, а потом сказал ко всем: «Ментангикули, Тимур, я
раб Божий Тимур, говорю, что следует. Вот жил я, уже много лет земля стонет подо мной. И 30 лет, как я уничтожил жатву смерти вот этой рукой, для того уничтожаю, чтобы отмстить ей за сына моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего. Боролись со мною за царство и города, но никто никогда за человека. И не имел человек цены в глазах моих, и не знал я, кто он и зачем на пути моем. Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его. О, Баязет, как видно, пред Богом ничто государство и люди. Смотри, он отдает их во власть таких людей, каковы мы. Ты кривой, я хром. Так сказал я ему, когда его привели ко мне в цепях, и он не мог стоять под тяжестью их. Так сказал я, глядя на него в несчастье, и почувствовал жизнь горькою, как полынь, трава развалина. Я, раб Божий Тимур, говорю, что следует. Вот сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина. Она любит. И любовь помогла ей узнать, что ребенок ее – искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми и герои слабыми? О, Джигангир, огонь моих очей, может быть, тебе суждено согреть землю, засеять ее счастьем. Я хорошо полил ее кровью, и она стала тучной. Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца. И это верно. Для многих ноча была первым лучом дня любви. Многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своей тележкой. Стройная, точно как мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед ярко-разноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены. Ее место было у церкви святого Якова. Слева от паперти она и умерла в 3 шагах от него. Стоит и точно горит вся, веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которые она знала тысячи. Она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла. Чем прозрачнее стекло, тем лучше оно показывает душу вина. Цвет всегда дополняет запах и вкус, доигрывая до конца ту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтобы дать душе немного крови солнца. Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солнце. Вино расскажет вам такие сказки. Жизнь человека до смешного кратка. Как жить? Одни упорно уклоняются от жизни, другие всецело посвящают себя ей. Первые на склоне дней будут нищи духом и воспоминаниями. Вторые богаты и тем, и другим. И те, и другие умрут. И от них ничего не останется, если никто не будет бескорыстно отдавать жизни свой ум и сердце. И когда вы будете умирать, часы беспристрастно будут считать секунды вашей агонии. Тик-так. И в эти секунды родятся новые люди, по нескольку в каждом, а вас уже нет. И ничего не останется в жизни от вас, кроме вашего тела, которое будет дурно пахнуть. Неужели же ваша гордость не возмущается этим автоматическим творчеством, которое бросило вас в жизнь, потом вырвало из нее? И только
Укрепите же в жизни память о себе, если вы горды и оскорблены вашей подчиненностью тайным задачам времени. Подумайте о вашей роли в жизни. Был сделан кирпич, потом он лежал неподвижно в одном здании, потом рассыпался и исчез. И скучно и пошло быть кирпичом, не правда ли? Не походите же на кирпич, если у вас есть ум и душа, и если вы хотите испытать в жизни хорошие, полные чувствования и дум, бурные часы. Ротмистр жить не может без витиеватых речей. Что значит на своем месте? Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю нашему место около хорошей бабы и среди полдюжины ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и ты. Ты идешь искать место лакея или коридорного. А я вижу, твое место в солдатах, ибо ты не глуп, вынослив и понимаешь дисциплину. Видишь, какая штука? Ха. Наш жизнь тасует карты. И только случайно, и то ненадолго, мы попадаем на свое место.